Съемка пошла. Съемка пошла, Оксан. Какое-нибудь окошко, да, солнечное? Сейчас, сейчас, сейчас. Чуть-чуть пригреется. Медведи были, нет? Хочешь на Амишку посмотреть? Ты не раз видел, как бы, с той стороны, там обиделся. Ты сказал местным, тут сколько сунжина выпустилось. Наверное, они не видят. У каждого уважающегося грузина должна быть шкура перед камином. Согласен. Я забыл сказать перед этим ара. Да. Все, что хочет сказать грузин, сначала начинает ара. Вообще это значит нет. Нет? Да, это как бы, если ты это не сказал, то как бы тебе не понравилось. Можно не разговаривать. Наступление отстаивания. Я понял. А вообще ара это нет. Я понял, да. По-абхазски тоже. А там вот что, как вот это городишко было, да, деревня какая-то была. Старый замок. И вы еще там увидите, когда приземлитесь. И вот там еще, да, что-то. Там тоже. Это все сегодня большой дом. А, да. Да, вот это, смотри, что-то я не могу понять. Там приземлишься, тоже увидишь. Ой, да? Посними, посмотришь. Хорошо. Вот еще колдун к нам идет. А вы по этим ориентируетесь, да? Ну, да, по колдунам. Когда на нас получается, он уже, да? Ну, как на нас будет, а сейчас начинаем поворачивать. Подправлю. Давай, чувак. Давай.